Вот, началась моя любимая часть. Я залез в ебеня без дороги, пытаясь срезать путь. Вот смотрите, какие тут красивые цветочки. Поехавший сэр Эндрю представляет. Ну, собственно, если есть дорога, она куда-то ведет. А здесь есть тропинка, значит, она тоже куда-то выведет. Спокойно еду, никого не трогаю. Как вдруг... Такая интересная катка получилась, друзья. Пишите в комментах, как вы относитесь к собакам, как часто они вас атакуют и что вы с этим делаете. Пока!